Мороси солнце! День чудесный! Чего ты дремлешь, друг прелестный? Проснись на канал Тим Витыч, подпишись! Да, мы придумали запускать бейблейды на снегу и посмотреть их силу и выносливость. Ну что, приступим? Да! Ну, ребята, построили вы снежно-ледяную арену? Да! Посмотрите, какие у нас бортики. Угу, крутые, ледяные. Прям как в Арктике. И сосульки. Ну что, кто сражается? Зейтрон и Луинор. Ну что ж, поехали. Раунд первый. 3, 2, 1. Гоу! Ох, они еще неплохо крутятся. И, кстати, посмотрите, Луинор сразу зарылся в снег. Я а Зейтрон думала, немножко продержался. Я выиграла. Пока мисс 1-0. Да. Ну что ж, раунд второй. 3, 2, 1. Гоу! Кто же крутится? А, опять Луинор завис в снегу. Посмотрите, Зейтрон еще до сих пор крутится. Это круто. Посмотрите, какой он набрал скорость. Ничего себе. Вот это крутилка. Ну что ж, 2-1. А, ой, 2-0, я ошибаюсь. Так, нашу арену надо немножко так подровнять. И раунд третий. 3, 2, 1. Ого, они остановились оба одновременно, ничья. 2-1. Нет, 2-3. А, да, 3-1 получается. Да. Ну да, 3-1. Я выиграла! Зейтрон выиграл. Луинор, хотя похож на ледяного, но он как-то сдался. Где мы нашли? Черный у нас песок был от творчества. И давайте попробуем сделать разметочку. Так, что он сыпется, чи не сыпется? Так, разметку нашего поля. Чтоб хоть немножко мы понимали, что это все-таки какое-то поле у нас. Так. Ну вот как-то так. Похоже на маг. На маг? Ну да, на черном. На белом фоне черный, как будто маг. Снежный маг. Ну что ж, кто у нас сейчас сражается? Спрайзен и Волтрек. Так, а кто у нас Спрайзен? Маша Спрайзен и Волтрек Тима, да? Да. Ну что ж, поехали. 3, 2, 1. Гоу! Ух тышка, ну... Спрайзен поздается, мне кажется. Да, Волтрек еще крутится, посмотрите. Круто! Ну что ж, 1-0. Да. В пользу Волтрека. Да, но я в том раунде победила Зейтрона. Ну ничего, сейчас может и Волтрек покажет свою силу. Ну что ж, раунд второй. 3, 2, 1. Гоу! Так, кто у нас опять Спрайзен сдался? Волтрек побеждает. Еще один раунд, смотрим. Да. Третий раунд, кто же Спрайзен или Волтрек? 3, 2, 1. Гоу! И Волтрек И Волтрек без шанса даже дать какую-то маленькую надежду Спрайзену. Нет, Волтрек у нас победитель. Да. Ура! Класс! Кому понравились снежные бои, ставьте лайк! И подписывайтесь на канал Тим Витыч и Маша. Маша, ты ангелочка уже сделала? Пока-пока! Пока-пока! Ну, показывай своего ангелочка. Да. Встаем. Вот такой ангелочек. А у Тимы вот так вот.